Последние денечки в России. Не скоро селедочку получится поесть. Это с собой беру. Это вот у меня багаж. Это ручная кладь. Это такой багаж у меня был. Вот так я бомжую. Коньяк думаю, взять, не взять. Расколется, не расколется. Всем привет. Ну, короче, где-то вот такая у меня бомжиловка. Там все это на Волгу смотрит. Народ весь уехал. Соня, спасибо за рюкзак. У меня весь народ уехал. Вот. Так мы бомжуем. Вот, народа нет. Они уехали. Это раньше цельный зал был, вон дотуда. Сейчас мы сделали здесь детскую. Так. Это уже соседский участок получается. Ну, здесь такое все. Здесь такое все. Здесь тоже балкон. Можно на нем находиться. Поликарбонат, он там лист улетел. Вон. Ураган вчера был капитальный. Погнали выше. Это кот. Это тоже раньше вот это помещение было единое все. А сейчас разделили. Получился склад такой. Это уже соседские бомжиловки пошли. Единое раньше помещение было. Вот это вот все было единое. Это как приключение электроника у меня. Это вот мы крутили, отопление делали. Вот эти все трубы, все это прокачали. Сейчас вроде тепло пошло. Это вот так я бомжую. Собака кушает. Так. Вот такой видок. Пятый этаж примерно. Все свежо становится, однако. Могу и отсюда, там перила еще не сделали. Могу и отсюда снять. Это барбосина моя. Фронтон там маленько недоделанный, чуть-чуть его доделывать надо. Везде одни животные. Здесь тоже типа склада, а так это будет Карлсон здесь жить, который живет на крыше. От него будет вот такой видок. Просто сказка. Вот так мы бомжуем.